Всем привет, ребят! Значит, сегодня у нас такой, на мой взгляд, наилюбопытнейший будет эксперимент. Поскольку уже много людей этим занимается, вот решили попробовать и мы заняться майнингом, то есть зарабатывание криптовалютой. Значит, что мы для этого сделали? Ну вот, как вы можете видеть, да, приобрели вот такие вот вещи. Ну, начнем, наверное, с такого самого основного. Что для этого требуется? Это вот такие простые видеокарты Asus'ские 1070 на 8 гигабайт. Взяли, значит, мы их вот 4 штуки. Честно скажу, удовольствие не дешевое. Все это стоит как бы хороших копеек. Значит, такая вот у нас простая материнская плата. Она асроковская, она уже адаптированная под майнинг. Едем дальше. Что у нас тут есть еще? Вот у нас блок питания. Он 1500 ватт. Ну, то есть 1,5 киловатта мощностью. Вот такой вот у нас процессор интеловский, 1150 памяти. Много не стали брать, 2 гига достаточно должно быть. Также у нас вот такой вот SSD-диск на 60 гигов. И также, ребят, еще у нас вот такие вот Razer для подключения видеокарт. Ну, в принципе, по оборудованию, наверное, все. Теперь нам, ребят, необходимо собрать именно вот саму вот эту ферму. Собирать мы ее будем вот из таких вот брусков. Заехали в магазин, купили деревянные бруски. Еще думали собрать на алюминии, но, сами понимаете, проект, так сказать, бюджетный, поэтому будем собирать на деревяшках. Также, ну вот сегодня не удалось найти, почему-то в наличии нигде нету, везде под заказ только. В общем, решили этот вопрос завтра должны привезти. Поскольку у нас же все-таки автомобильная тематика, вот эта ферма, ребят, будет стоять в автомобиле. Для чего нам необходим инверторный преобразователь с 12 на 220 вольт. Тоже взяли помощней. Ну, помощней как? Будет работать уже на, можно сказать, практически на пределе. Он тоже 1,5-киловаттный. Плюс ко всему, необходимо будет приобрести модем для того, чтобы была постоянная связь с интернетом. В принципе, ребят, наверное, на этом и все. Сейчас мы вот находимся у нашего товарища. У него здесь такая лаборатория по дереву. Ну, он просто с ним на ты. Мы-то только с железяками. Поэтому вот попросили его помочь. Ну, в общем, хорош ля-ля, давайте соберем ферму, погнали! Вот, ребят, значит, что получилось. На самом деле ферма собралась. Ничего здесь сложного нету, собирается все просто. Огромное спасибо вот прям вот этой лаборатории Валентина по дереву. Ну, реально чудеса делает. Ну и вот после того, как все это собралось, сейчас наши ребята, которые реально в этом соображают, приступят к установке программного обеспечения для того, чтобы это все заработало. Давайте посмотрим. Ну вот, ребят, значит, все у нас получилось. Хочу вам сказать, настроить в гараже так все это быстро, ну, не вышло. То есть, на самом деле, воткнулись, короче, в пень. Пришлось брать ферму, нести домой. То есть, дома уже нормальный интернет, все нормально подключили. Небольшая проблема была с Razer'ами, тоже пришлось их поменять. Ну, в общем, смысл не в этом, смысл в том, что все заработало. Значит, что сейчас делаю?
Все, кстати, стоит в машине. Сейчас посмотрите. Прикольно, это на самом деле, наверное, будет первая в мире ферма на колесах. Сейчас завожу тачку, чтобы генератор заработал. Сами понимаете, приобрели инвертор, то есть преобразователь с 12 в 220, полуторакиловаттный. В любом случае подтягивает хорошо. Ток, значит, сейчас завожу, все это подключаю, запускаю и покажу вам, как это все работает в автомобиле. Погнали. Сейчас мы быстренько все это дело запустим. Дольше, наверное, мотор заводить. Так. А здесь все отлично. Вот он, инвертор подключенный. Включаем его. Так, пилот, все дела, все как положено. Подключаемся сюда. Ну и тут такая вещь, ребят. Кнопку не поставили. Приходится вот запускать вот таким ключом. Сейчас мы ее тыркнем. Ага, о, все, запустилось, все отлично. Так, ну вот, ребята, все у нас запустилось, все хорошо. Вот видите, винда прогрузилась, все отлично. Ну, а теперь давайте запустим у нас все наши программулинки и попробуем немного заработать денежек. Вот, интернет, значит, мы подключили. Так, запускаем саму программку майнинга и смотрим, что у нас происходит. Все у нас отлично, все здорово. Сейчас она в режиме автозапуска запустится. Вот, пожалуйста, все работает. Надо теперь немного подождать, и мы увидим с вами, сколько же мы сможем заработать. Так, ну вот, как вы можете видеть, да, в тестовом режиме, пока все настраивалось, уже 4 доллара уже есть. Но это пока все настройки шли, пробовали, включали, работает. Сейчас мы дождемся, сколько он должен нам показать, сколько мы сможем заработать за день. Немного стоит, конечно, подождать, пока сейчас все это, весь процесс начнется. Но он уже пошел. Итак, вот мы видим сумму, которую... это же примерная сумма, да? Это примерная сумма, которую мы можем с вами заработать, катаясь спокойно на машине по городу. 6 долларов, почти с половиной. На самом деле, вот такая вот маленькая ферма, такая мини-автомобильная. Пока вы катаетесь... Она спокойно сама зарабатывает бабки. Значит, получилось. Все супер. Но мы ее еще маленько потестим. Потому что, как вы помните, 6 числа у нас заканчивается автопробег. Здесь все свои проблемы порешали. Вопросы, все нормально, все здорово. Поэтому выдвигаемся туда. Встречаемся с ребятами, прокатываемся еще маленько. Значит, ребят, 6 числа в 10 часов утра Барнаул, Фокс Отель. Все, кто хочет, приходите. Будем там. Кто хочет посмотреть на ферму, мы ее возьмем с собой в автопробег. Пускай она всю дорогу работает, заодно узнаем, как она будет работать. Ну и вам покажем. В общем, ребят, у нас такой небольшой реблейдинг. Короче, изменение у нас небольшое логотипа. Мы возьмем с собой наклейки. Также будут призы, разыгранные от компании Avantech. Так что приезжайте, приходите, прилетайте, приплывайте. Я не знаю, короче, в 10 часов утра Фокс Отель, Барнаул. Но в любом случае, ребят, возможно, какие-то изменения, все-таки это автомобили, что-то может пойти же и не так, как всегда. Поэтому, ребят, следите в нашей группе ВКонтакте, все будет написано четко, когда, во сколько, где, кого, подъезжаем, не подъезжаем, то есть все будет там. Также 6 числа выдвигаемся сюда в город, и у нас на площадке около Меги, приблизительно с 2 до 3 мы должны уже приехать в город, также приходите туда. Также призы, также наклейки. Ну, в общем, пообщаемся, посмотрим, побалдеем. Ну, а на этом у нас все. Так что смотрите нас, подписывайтесь, что-нибудь предлагайте, комментируйте обязательно. Ну все, пока.